подряд крупная. Затем раз в 4 дня, получается, играет команда Стефана Пьоли. Затем арбитр матча становится. Пока играют в обороне Милан. Кстати, в Лацио был лучшим бомбардиром Лиги Европы. В составе обеих команд. Вынь да положь. И момент. Стараются не оставлять вообще пространство для... Убежать Брахим Диас. Еще сколько там компенсирует арбитр играть. Не зря нам показали Мальдини старшего. По 27 номерам. Игрок Несуэлки. Передача на правый край. Конти. Назад играет Кьер. Нарушил штрафный удар на замену Патрака.